Так, вот этот ящичек, что я говорила. Здесь вот такой наборчик с пони. Какие-то фигурки, крабики. Лего. Ну, коробка здесь, то есть на подарок не подойдет. Коробка совсем здесь в таком вот печальном состоянии. Наборчик какой-то интересный. Я смотрю, эльфы или что, что-то интересное такое. Вот эти куколки были, пони небольшого размера. Наборчик вот Frozen был у меня с этим мальчиком Кристоф, по-моему. А это вот какой-то чудик. Еще так интересно, вон морковку можно в рюкзак, а рюкзак можно одеть на плечи. Так, это что-то новое. Какой-то зайка. Мебель, может, какая-то написана. Да, бэбис сет. Какой-то наборчик надо будет смотреть. Это, наверное, слайм. Такой интересный в виде стаканчика с мороженым. Это наборчик Боб-строитель. Что-то я смотрю даже. Он даже со звуками. Язык, наверное, польский. Здесь вот в комплекте фигурка еще есть. Да, наверное, язык. Что-то на английский не похоже. Надо будет посмотреть, что он такое делает. Так, что у нас тут? Вот какой-то из новенького куколка. Вот с какой-то лягушечкой. Тоже коробка с повреждениями. Что-то слоу. Ну, похоже на что-то кругленькое. У нас какой-то мячик, не знаю. Light up. А, да, какой-то видно светящийся мячик. Вот этот забавный чудик, девочка, вот очень осталась довольна. Говорит. А? Говорит, что очень прикольный. Он там звуки издает. Вот у него тут упаковка тоже с повреждениями. Так, это у нас похоже на слайм что-то. Мячики. Еще одна упаковка с мороженым. Это что-то для малышей. Какой-то наборчик деревянный. Какой-то мишка. Наверное, тоже что-то. Что-то, наверное, делает. Или просто игрушка. Надо смотреть. Ну, здесь он. А, да, есть батарейки. Это как брелочек. Надо будет смотреть. Так, это что-то, не знаю, что это такое. Это, наверное, что уже для взрослых какая-то штуковина. Это похоже на силиконовый такой пенальчик. Немножко грязноватый, припыленный. Насосик был такой. Здесь у нас Hot Wheels машинки. Опять эти сладости. Фигурки. Вот это что-то на палочке, тоже не знаю. Что это за штучка такая интересная? Это кто? А, это щенячий патруль. Уже немножко другая Рокки машинка. Это было тоже эта масса. Опять эти Сафирос дракончики. Этот Глимис фигурка. Облачко. Кто еще хочет? Так, Смашерс. Это что-то Плейдо, наверное, пластилин. Что тут пишут? Ой, боже мой, такой увесистый. Да, скорее всего, это пластилинчик. Что тут? Это что-то какой-то. А, Шопкинс. Happy Place. Корона, что ли? Вот этот намнамсик. Мячики. Fortnite. Немножко уж другая фигурка. Еще одна вот эта сладость. Еще один
замочек тоже девочки спрашивали. Ой, боже мой, все падает. Это вот что-то пупс сюрприз какой-то. А, наверное, тоже какая-то игрушечка. Ничего себе, тут прям упаковка такая. Для малышей вот такой наборчик Хола. Погремушечки, тачки. Запускалка, наверное, машинка. Тоже интересная. А, так, фигурки, эти чудики. А вот этот я вроде показывала. Может, их несколько штук. Тоже что-то интересное. Сейчас я тоже это постараюсь все отфотографировать. А, и не знаю, как завтра, если я успею, то я постараюсь завтра выставить. Потому что